Здорово, народ! Сегодня у нас такой небольшой эксперимент. Пришла мне коробочка очень интересная, и там в ней очень много разных гитарных ништячков. Мы будем делать обзор отдельно, но смотрите, что я нашел там. Это у нас деревянный медиатор. Деревянный медиатор, господа. А знаете, что это значит? Это значит... Во-первых, посмотрите, как он реально звучит. Так, вот у нас медиатор обычный, пластмассовый. Так, смотрите, аккордик. Поиграем чуть-чуть. Так, а теперь возьмем деревянный медиатор, господа. Зацените, да? Намного как-то глухо. Так, пластмассовый. Деревянный. Как-то вообще, да? Ну-ка, здесь, смотрите. Деревянный. Пластмассовый. Деревянный. Намного-намного мягче. Вот прям намного, реально. Пластмассовый. Так, а если с этим еще раз? Видите, да? То есть он вообще как-то все съедает. И опять деревянный. Вообще, да, такая разница. Пластмассовый. Деревянный. Прям вообще реально так глухо. Но я что подумал-то, да? Помните мой недавний выпуск, где я ставил деревянный бридж вот на эту гитару, да? Вот он у нас здесь. Деревянный бридж. И звук просто конкретно изменился. Те, кто не видел, посмотрите этот эксперимент. Деревянный бридж вообще просто... Ну, такой мягкий саунд он делает. Но... Если к этому деревянному бриджу прибавить деревянный медиатор, мать его, давайте посмотрим, что будет. Итак, пластмассовый медиатор и деревянный бридж. Довольно мягко. Деревянный медиатор. Еще поглуше. Что ж, вот такой вот эксперимент. Давайте теперь сыграем на деревянном бридже и деревянном медиаторе. Металл. Получится ли у нас деревянный металл? Я, конечно, чуть-чуть попробовал, и вы знаете, звук мне очень нравится. Звук прям получается просто крутой. Реально такой какой-то мягкий. Дисторшн без каких-то вообще, прям чисто-чисто дисторшн на нем звучит, да? И такой какой-то резиновый он. Очень-очень приятный звук. В общем... Дорогие мои, формула деревянного металла очень крутая. Деревянный бридж, деревянный медиатор. Получится ли у нас крутой деревянный металл? Итак, погнали!
Ну что ж, вот такой экспериментик. Пишите, как вам вообще саунд? Стоит ли использовать эту формулу? Успешна ли она? Формула сурового деревянного металла. Увидимся в следующих видео. Пока.